Привет, друзья! Сегодня четверг. Сегодня тренировка. Необычно в четверг для меня тренироваться, но из-за того, что у нас в Беларуси, по крайней мере, довольно-таки внушительные для нас, опять же, белорусов праздники, тренируюсь на этой неделе среда, четверг и пятница. Сегодня толчковая тренировка, попробую поснимать. Много людей в последнее время в зале, поэтому не знаю, будет ли возможность хорошая, но буду стараться. Сегодня интервалочка, минута 15 секунд через минуту, 8 подходов тридцатками. Вот, посмотрю, насколько я все-таки остановился после отдыха, и готов к тренировкам.
Ну что, итог тренировки 8 подходов по 1,5 минуты. 18 подъемов в подход. Ну, не скажу, что было очень уж легко, но силы были, и это радует. Сейчас бегу пятерочку и домой восстанавливаться. Оставайтесь в форме, занимайтесь спортом, смотрите тренировки Гиревиков.